Всем привет! Сегодня мы решили погулять. Да. И нагуляться вдоволь. Ура! И берем вас с собой. Макс, ты куда убежал? Да? 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 Ура! Ура! Бакс гуляет на свободе, там хорошо. Там деревья какая-то. А, там и Святое озеро. Пушкино. Да, там Святое озеро и Пушкино. Вырвались-то природа наконец-то. Ну, все равно сюда придут белочки и это, и возьмут. Да? А там дубовые рощи, они туда... О, ничего себе, ты такую тут дубину, са, это... Мама, смотри, о, какой это, Оль, смотри. Маленький. Да, маленький грибочек, да? Какой малюсенький. Да-да, тут вон маленькие грибочки есть в песке. Поганки. Бакс, ты что, какую палку? Ну точно, с тобой это безопасно, да? Ой. Да, с тобой безопасно ходить на природу. Такую дубинищу в руках пронес. Ой, в руках, в пасте. Саш, давай в догонялки поиграем. Здесь много людей. Да? Ой, чё там велосипеды. Чё там нарываешь? Чё там, клад, клад закопали, да? А у меня это... Ты только что мне ешь ничего, корни выдирай. Собачьи инстинкты проснулись. Может, ты это, как ее? Может, в тебе кровь там какая-то кипит? Охотничья? А? Мам. Баксен. Мам, я Баксен. Хочу Сашу в догонялки поиграть. Он сейчас, поиграем. Иди, беги. Саша, ну давай в догонялки поиграть. Я устала. Дубовые рощи понемногу становятся желтенькой, красивей. Листеньки желтеют. Привет. Что расскажешь? Что хорошего расскажешь? Не знаю. Не знаешь? Что ты? А, думаю, корова. Угу. Нет, это там человек. Вау! Прикольно. Вау! Вау! Прикольно я кажусь. Сейчас будет эксперимент. Считай, он тебя уже нашел. Бакс. Бакс. Иди ко мне, Бакс, иди ко мне. Ага, на дерево он тебе. Ой, ты чистый, да. Только не прыгай на меня. Ты очень чистый. Моя мама. Прибежала. Саш, покажи барьер, как он делает. На тебе эти. Бакс, ко мне, на. Устала? Отдыхай. Бакс, барьер! Барьер! Молодец! Барьер! Барьер! Молодец! Да. О, вот молодец! Мы научились за пару секунд делать барьер. За вкусняшки, да? Да. Потому что без вкусняшек вот, никак, да? Покупайте вот рыбки. Да. Собака очень любит их. Печенюшки. Они не соленые. И не сладкие. И не сладкие, да? Они зубы безвкусные. Не зубы не выпадут. Не выпадут, да? Ну, да. Они вообще безвкусные. О, момент. Да, прячься. Я сейчас буду говорить. Тоже эксперимент такой. Сейчас Саша спрячется за дерево. Хорошо. Бакс. Бакс. Он Бакс. Потерялся. Нет. Бакс, где Саша? Где Саша? Угу. Ищи. Ищи Сашу. Где Саша? Ищи! 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 Нашел. Нашел. Молодец. Вот как ищет. Нашел, да. Клево. Мам, можно тебя? Сейчас. Тебя искать? Да.
Вот наяривает, вот наяривает. Да, Ольга? Угу. Ты кинь его как-нибудь, чтоб я пошел вон туда. Есть победа, я пошел. Иди, иди, иди. Он где-то там спрятался. Люди гуляют здесь по-осеннему. Бакс! 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 Он убежал. Бакс, ко мне! Он там вот. Ко мне! Его. Ко мне! Ко мне! Он там за деревом прячется. Где Саша? Где Саша? Где Саша? Ух ты, какой ты грязнущий! Где Саша? Ищи! Ищи Сашу, где Саша? А он знает, где ищи. Саша. Он не знает, откуда он знает. Ищи. Ищи, где Саша? Ищи. А что, его там нет? Ищи. Ищи, где Саша? Ищи. Ищи, где Саша? Ищи, искать. Ищи. Где? Ищи. Где-то вдалеке. Да, 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 да. Вдалеке. Не нашел. Саше пришлось подсказку дать. Так не нашел бы. Мам, теперь меня. Чего тебя? Тебя? Теперь меня, окей? Он не знает, где ты. Ну ладно, он же бежит сюда. Грязь какую-то нашел, надо выходить отсюда. Нашел. Теперь я, окей? Угу. Тебя найдет. Я знаю. Сидеть. Нашел. Но не с первого раза. Да, но не с первого, но по звуку. Да. Ну можно, мам? Тебе Саша сказал, прячься еще раз. Еще раз прячься. Пока Саша тут. Кис-кис-кис. Ищи, ищи. Да. Ничего страшного. Иди, ну вот тут бежит. Вот спрячься. А рядышком. На, 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 на. Грязнуха. На. Все. Оля сказала все. Бакс, ищи, где Оля? Где Оля? Где Оля? Ищи Олю. Где Оля? Где Оля? Где Оля? Где Оля? Где Оля? Где Оля? Ищи Олю. Ищи Олю. Где Оля? Ищи. Куда Оля потерялась? Где Оля? Где Оля? Бокс, где Оля? Где Оля? А ему печеньки надо. Оля, он ли хочет Олю искать почему-то? Где Оля? Где Оля? Ищи. Ищи, где Оля? Где наша Олечка? Где наша Олечка? Где наша Олечка? Где наша Олечка? Там. Где наша Олечка? Где наша Олечка? Нашел! Молодец! Молодец, иди как. На. Потому что ты засмеялся, он тебя и нашел по смеху, да? Да. Да. Ну, а молодец. Так молодец, да? Во! Так сначала он не нашел без моей подсказки. Да, без твоей подсказки вообще не находил. Он даже туда и не смотрел. Да, он сразу побежал вот туда, потому что вы прячетесь там, прятались. Но. Песочница большая вот. Одна большая песочница сплошная, да? Ага. Не то, что во дворах. Песок и все. Да. Бакс, ты тоже решил в песочек поиграть? Да. Давай копай какую-нибудь. Копай какую-нибудь ямку. На. Да. Эй. Блин, мам, можно на коленке сесть? На коленке? Да. Можно сесть, а почему нет-то? Ну, пусть копает. Он вам тоже устраивает это. Фу, блин, весь в песке. Боксёнок. Да, давай, помогай, помогай, помогай. Во-во-во-во-во-во, помогай, 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 помогай. Давай, 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 давай. Куда кусаешь-то? Ой, смотри, сейчас у тебя будет. Бакс. Копать. О, за а, его прям дразнит это. Ну, Ольку ты не толкай уж. Ты его решил подраконить? О, какой клад вы там ищете. Бакс, ты уже весь избесновался. Уйди. Бакс. Только красавец, красавец, да, красавец. Ого.
лестницу, я тебе нарыл Оль пещеру. Можешь строить. Пас. Мы очень любим гулять вот так вот весело. Весело-весело. Не смотрите, руки в песке все. У меня вот здесь вот камера. Ой, с другой стороны. Ну вот. Я тебя не поймаю. Смотрите. Она не тут, она с моей стороны. Она с моей стороны. Смотрите, какие руки песочные. Угу. Кому видно, ставьте лайк. И подпишитесь на наш канал. Макс? Да, обязательно, да? Да ладно. Можно просто так смотреть. Да? Все руш. Очень хорошо на природе. Отличное времяпровождение. Вот там, где я стою сейчас, в дубовой роще. Сзади меня дубовая роща, и там очень много семей с детьми. Там много очень детей гуляют с собаками. Вот даже можно там увидеть кого-то. Вот. И шикарное времяпровождение. Сейчас на дворе конец сентября. Погода нам позволяет еще погулять на свежем воздухе. Ну, в принципе, мы всегда гуляем. Только в дождик не гуляем. Да. Ну, в дождик самой собой. Мы очень любим прогулки, гулянки. Вон, Оля говорит, я их обожаю. Сейчас покажу. Сейчас. Видно, нет? Копыта? Да. Да, здесь, кстати, коровы ходят. А еще мы лошадь видели. Черную большую. Ой, блин, да. Черную большую. Да? Огромную. А вон там вон тоже люди с собакой ходят. И Бакс бегает. И Бакс бегает. И собаки хорошо. Ему сейчас у нас сколько? 9 месяцев. Только не ломай, будет 9 месяцев. Да, сейчас ему 8, будет 9 месяцев ему. Посмотрите, какая красота на Святом озере. Это просто красотища. А здесь еще и церковь. Вот. Гуляй, как говорится, не хочу. В тихий час мы не спим, зато гуляем. Сейчас придем, как накушаемся, и будем отдыхать до вечера. А завтра понедельник, новая неделя, о, трудовая. Защиту от Бакса. Кыш! Сейчас он тебе сделает, сейчас он тебе все это растреплет. Бакс, нельзя. Бакс встретил какого-то щенка, какую-то собачку. А эта собачка с песком сливается. Люди идут с ней. Собачка легла, и ее почти вообще не видно в песке. Такого песочного цвета. Прикольно. О, бежит к нам. А мы сейчас так. Салют! Собаки подлутят. Ну ага, вон какой-то товарищ к нам. Вот, говорю, как песок. Слышь, отойди. Да, действительно. Вы уж что-то тут разбесились. Слишком сильно. Бакс, гулял один, а вот тебе товарищ, да? Песочный. Ой. Сейчас Сашу разнесут. О, точно. Санёк, тебя все разнесут. А это кто, девочка или мальчик? Девочка. Девочка? Ой. Бакс, ты уж девочку-то не обижай. Девчульку. Девчульку-то не обижай. Да. Саша старался. О, тоже, видать, походу молодой или молодая. Я домой хочу. Сейчас пойдем моя, сейчас. Молодая, а не молодой. Да? Он. Саш, у меня тоже разрушили. А, зубы молочные, значит, вообще щенок. Щенок, уйди. Вы не против? Зубки молочные. Клыки. А началось так. Ты танцевал, Кина?
тыц-тыц-тыц-тыц, да? Тыц-тыц-тыц-тыц. А мать сейчас так. Тыц-тыц-тыц-тыц. Все? А мать сейчас так. Тыщ-тыщ-тыщ-тыщ-тыщ. Ага, ну а все. А мать сейчас так. Ну все, все, все. Заканчиваю. Тебя тоже люблю.